Всем привет, мы сейчас в Дубае. Про оба Азате и Аня хочу рассказать. О, классно. Ребята нас очень круто встретили на самом деле и показали такие необычные места, которые я, будучи в прошлом году в Дубае, вообще не успел посмотреть. И даже в этом году вот мы с Мишей побывали в таких очень крутых местах. И вообще супер. У меня ощущения даже второй раз от Дубая просто суперские. К примеру, вот сейчас мы просто едем на яхте, на яхт-шоу, причем бесплатно. А мы даже не знали, да, мы даже не знали, что это есть такое. Ну, очень круто, супер. Спасибо ребятам очень большое. Можете посмотреть, вот мы сейчас едем на яхт-шоу, очень крутые яхты, дорогие, большие. Вот. Приезжайте в Дубай, обязательно смотрите нас. И, ну, очень много на самом деле можно рассказать интересного об этом. И это, за это короткое видео нельзя передать все эмоции, которые мы сейчас ощущаем, находясь на яхте в Дубае. Кстати, мы находимся, можно сказать, в русском районе, который очень любят русские. Дубай Марина называется. Он мне очень понравился. Вот. Но не только мне, и Мише очень понравился.